После трагических событий в Алматы, когда в пожаре в хостеле погибло 13 человек, сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области организовали профилактические рейды в регионе, чтобы проверить, насколько в этих учреждениях соблюдаются меры безопасности. Главное, чтобы трагедия не повторилась, и собственники хостелов понимали, какую ответственность они несут, говорят спасатели. Отметим, что на сегодняшний день органы гражданской защиты не участвуют в выдаче разрешений на эксплуатацию хостелов. Они могут только проводить профилактические мероприятия в связи с мораторием. Между тем, спасатели отмечают, что в таких помещениях чаще всего можно встретить нарушения в эксплуатации электроприборов, загромождение путей эвакуации и многое другое. В ходе визуального осмотра данного хостела были выявлены нарушения, такие как соединение проводов выполнено в виде скруток, хотя они должны были выполнены в виде пайки, опрессовки или с помощью спецжимов. Также на путях эвакуации допускается применение горючих материалов, тех же ковровых дорожек. Также система вентиляции у нас в подвальном помещении находилась в неисправном состоянии. По итогам рейдов специалисты проводят анализ выявленных нарушений. В ходе данных рейдовых мероприятий выявляются нарушения, связанные с неправильной эксплуатацией электрооборудования, загромождением пути эвакуации, недообеспеченность первичными средствами пожаротушения, а также содержание систем пожарной сигнализации в нерабочем состоянии. Также хотелось бы отметить, что владельцами данных хостелов проведена разъяснительная работа, даны рекомендации по устранению выявленных нарушений, также постояльцам розданы агитматериалы по пожарной тематике. По словам специалистов, ДЧС Восточно-Казахстанской области хостелы не должны размещаться в зданиях, предназначенных для магазинов или иного назначения, кроме помещений, предусмотренных проектной документацией. Кроме того, риск возникновения пожара в хостелах велик в связи с тем, что в таких зданиях, как правило, наблюдается большое скопление людей и сосредоточено множество сгораемых материалов. Особую трудность при тушении пожаров на таких объектах представляет целый ряд обстоятельств. Это быстрое распространение огня по сгораемой отделке и плотное задымление помещений с выделением токсичных веществ, затруднения при эвакуации, паника постояльцев. Как говорят пожарные, главное соблюдать все правила безопасности и оперативно устранить выявленные в ходе рейда нарушения. Анна Цыпула, Алтай Акпарат.